В интернете гуляет множество видео, на которых активисты устраивают необычные ситуации на дорогах. Где-то они в большом количестве выезжают на проезжую часть, движутся очень медленно, таким образом подчеркивая, что по плохим дорогам быстро ездить невозможно. В результате они тормозят все движение на автодороге. Кто-то засыпает ямы на дорогах деньгами, другие же просто застилают их коврами. Видимо, чтобы водителям становилось мягче ездить. Некоторые активисты по старинке разукрашивают асфальт, выделяя ямы на дорогах краской. Другие в отчаянии разрисовывают собственные машины. В Рязани, кстати, тоже из года в год активисты выступают со всевозможными акциями. В том году они как раз-таки раскрашивали асфальт. Можно вспомнить, что на дорогах города ямы были обозначены краской. В этом году они пошли дальше и пытались расставить по городу разрисованные светоотражающей краской покрышки с прикрепленными аварийными знаками. По факту публикации в СМИ об инциденте с рязанскими автомобилистами руководством регионального МВД назначено две служебные проверки. Напомню, что 13 марта инспекторы отдела ГИБДД по городу Рязани не допустили создания аварийной ситуации, которые могли спровоцировать действия рязанских автомобилистов. Автолюбители планировали расставить покрышки на дорогах областного центра, пытаясь объяснить свои действия желанием обезопасить дорожное движение. Сотрудники полиции разъяснили собравшимся, что это является нарушением статьи 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Автомобилисты не отказались от своих намерений и разъехались по городу. Инспекторам ГИБДД пришлось следовать по маршруту их движения, чтобы не допустить помех на дорогах и возможных вследствие этого аварийных ситуаций. Сотрудники ГИБДД помешали активистам расставить все покрышки, однако некоторые из них все же нашли свои ямы. Шины все-таки нашли свои ямы. Кто это сделал, я даже не знаю. Пытался у ребят эту информацию узнать, но они сказали, ты будешь ругаться, мы тебе не скажем. Наверное, даже приятно не от того, что они там стоят, а приятно от того, что ты понимаешь в этот момент, когда приезжаешь вот это сооружение, эту конструкцию, что благодаря этому кто-то просто сэкономил свои собственные деньги и свою собственную машину. Идея активистов состояла в том, чтобы перекрыть те ямы, которые могут привести к повреждению автомобилей горожан. Однако сотрудники ГИБДД в ночь инцидента с 12 на 13 марта несколько часов преследовали активистов, чтобы не дать им это сделать, не поясняя свои мотивы преследования, когда общественные деятели пытались вести диалог. Повторюсь, я пытался вести диалог, однако диалога не получилось. И я задавался для себя этим вопросом. С одной стороны, взяли бы мы бетонные блоки, бордюрные камни и побросали на северную окружную их. Вот просто побросали. Тут да, тут я согласен. Тут создание помех дорожному движению, которое может повлечь дальнейшую ответственность. Да? То есть здесь по факту уже помеха есть. Это обозначение помехи. В результате акция состоялась только наполовину, зато разговоры о ней не замолкают уже вторую неделю. Сейчас руководством областного УМВД проводится еще одна проверка, в рамках которой будет изучена эффективность ГИБДД по городу Рязани именно в сфере исполнения контрольно-надзорных функций, направленных на соблюдение нормативных требований и эксплуатационного состояния автодорог и улиц.